Презентация заключительных 5-го и 6-го томов исторического альбома «Пути великих свершений» прошла в Краевой научной библиотеке Хабаровского. Тома «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» посвящены подробному рассказу о Великой Якутской экспедиции Академии наук СССР 25-30-х годов прошлого века. Если первый том серии, изданный в 2012 году, начинается основанием в 1632 году города Якутска, то с выходом 5-го-6-го томов завершается практически вся история Дальнего Востока со времен прихода русских первопроходцев до нового времени. Работа по созданию многотомника заняла 5 лет, и теперь он представляет собой цельное, научно-популярное и краеведческое издание. Для научного обоснования было организовано несколько масштабных экспедиций по историческим маршрутам, описанным в издании, в результате которых были найдены подтверждения описанных событий. Какие следы остались вот от долговременных таких исследований за последние сотни лет, и ознакомились с теми особенностями проживания людей, памятников той эпохи, которые сохранились здесь, воспоминания людей, которые живут на этой территории.